Ребятки, всем привет! У нас на дворе вечер 21:29. Здорово, 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 ребята, здорово! Я пью чаечек. Что за конкурс? Так. Ждем, когда побольше народу подгрузится. Чего темно так? А потому что вечер. За окном ночь. Hello in Brazil. Hello from Russia. Итак, ребята, я держу в банках... Нет, я держу в руках банку. Банку, которую получит победитель конкурса. Ага. Так. Короче говоря, условия конкурса. Сейчас мне тут подкинули идейку. Нужно поставить участнику 500 лайков, поделиться трансляцией с друзьями и досидеть до конца. В конце я задам вам загадку. И, короче говоря, чувак, который сделает это первый, получит эту баночку. Да, развод пошел. Ну а как вы хотели? А как вы хотели заработать баночку? Не так-то просто. Но баночка-то непростая, я думаю, можно постараться. Вот смотрите, какая баночка. Beta EGDX от Amix Nutrition. Да хуй в Украину, да не вопрос, хоть куда. Вот. Нет, я буду не так уж и долго. Буду минут немного. В минутах, не в часах. Когда выпуски новые будут? Сегодня вышел на канале новый выпуск. Как поделиться трансляцией, это я не знаю. Вот. Давай лучше байки трави, мне лень сердечки ставить. Адаптогенчик хороший. Короче говоря, фигачи там лайки. Ой, кто-то там меня любит. Но я вас, ребят, тоже очень и очень и очень и очень. Ну что, про что вам поведать, ребят? Расскажите. С Алексеем тренируешься еще? Да, тренируюсь. Метан норм тема. Газ, метан, самое оно. Итак, байки. Помнишь, в 2013 году в Самаре соревнования по бодибилдингу? Да, помню. Помню. Я выиграл. При том, что, да, 2013 год соревнования в Самаре. Кубок Приволжского федерального округа. Очень классный был турнир. Сколько жмешь? Да уже, нифига уже не жму. Знаешь, Игорь, знаю. Что надо сделать? За банку нужно поставить 500 лайков, поделиться и досидеть до конца трансляции. И кто сделает это первый, потом по результатам трансляции, тот получает эту банку. Beta EGDX. Она, по-моему, стоит дофигища рублей. Это у меня с незапамятных времен еще. Откатил. Да не, все вроде в порядке. 121 кило. Поставил 500. Молодец. От каких ас не упадают волосы, которые не поднимают уровень ДГТ, дегидротестостерона? Привет Израилю, привет Израилю. Хочу. Хоти. Вот. Банку, пожалуйста. Не просрочен? Не. Так, погоди, надо посмотреть. А то пришлем просроченную банку. Я, блин, себе зрение сейчас испорчу. Короче, нету срока годности. Она бесконечно годная. Так. Ну чего, ребят? Байки. Может быть, начнем? О, сегодня смотрел видео с Гусевым, и он говорил, что твоя фигура для него идеал. Ну, в общем, Денис Гусев один из моих фанов таких, один из первых. Я об этом узнал еще в 2012 году, когда приехал в Москву. И мне это было очень интересно, потому что, ну, Денис-то имеет тоже фигуру-то, дай Боже. И имел офигенную, кстати, перспективу себя как классика, но выбрал более интересную дисциплину, более популярную в мейнс-физике.
И даже когда был чемпионат России, я помню, что Дениса стоял первым. А он стал почему-то третьим. Ну, не стоит обзываться, ребят. Кому-то вам кто-то нравится, кому-то вы нравитесь, а кому-то вы не нравитесь. И даже вы, может быть, и не знаете об этом. I am very bigger than you. Ну, congratulations. Да, привет из Литвы, Литве, привет вообще всей Прибалтике. Итак, расскажу я вам про начало моей карьеры, что ли. Вообще, давайте поговорим об некоторых моментах, о которых я, наверное, никогда не рассказывал, но людям это всегда интересно услышать. Итак, байки. Приезд в Питер и подготовка на первые соревнования. Итак, приехал. Все знают историю о том, что приехал с $1000 в кармане. На тот момент это было 30 тысяч рублей. Ну и как-то начал устраиваться жить в Питере. Работая персональным тренером и снимая комнату в коммуналке, я потихонечку двигался к своей мечте подготовиться на турнир по бодибилдингу Северо-Запада России. И у меня шла подготовка, у меня шел массонабор. И так как я приехал в Питер, точнее, где-то 103 кило, естественно, на меня накинулась огромная куча знаний от других спортсменов, от других тренеров, которых я никогда, ну, не знал, не видел. Я знал только одного тренера, и он мне объяснял, как все и почему на практике. Мне было 21 год. Вот 21, 22. Да нет, стоп, мне было 22. 22 года я приехал в Питер. И так как были новые знания, я старался, естественно, впахивать и реализовать свой генетический потенциал. Мне сейчас 29. И пахал, и к весне 2009 года я дорос до 120 килограмм. То есть уже в 2008 году, спустя 3 года тренировок, я весил 120 кило. Но это были другие 120 килограмм, не то что сейчас. Совершенно иного качества. И я поехал на соревнования, просто за кулисами посмотреть, как это в реале, как происходит вообще вся эта кухня. И увидел все эти изнеможденные лица и прочее. И мне это понравилось. Я думаю, блин, я хочу так же. Это, наверное, очень сложная дорога. Хочу высохнуть и посмотреть, как и что. И тут же где-то за кулисами меня увидел Александр Владимирович Вишневский. И такой говорит: о, нифига себе, подрос. Бицуха. И такой говорит: ну давай, что ли, на осень в соточку. Я так думаю, ну окей. И где-то за 12 недель я сам начал потихонечку готовиться со 120 кило. И потихоньку сушиться. При том, что я убрал углеводы, убрал соль. Сразу же за 3 месяца до соревнований. И начал делать кардио, при том, что кардио у меня было, это бег на беговой ножке. То есть вообще все по жизни. Итоги к концу трансляции, кстати. Здоровье, да нормально все вообще. Насморк чуть-чуть, а так вообще отлично. По анализам вообще супер. Вот, и начал сохнуть. Потом где-то за 6 недель с весом 107 кило я приезжаю к Вишневскому. А он на меня смотрит и говорит: блин, ну нужно еще подскинуть килограмм, наверное, 7 еще уйдет. Окей. Ну, естественно, он мне там сказал та-та, что я убрал углеводы, убрал соль и бегаю по дорожке. Естественно, было потом добавлено углеводы, добавлено соль, увеличение кардио, но уже это правильные кардиотренажеры, эллипсоид и степпер. И потихонечку я решил сместить кардио именно в сторону степпера и ходил на степпере. Потихоньку снижался вес,
Но самое интересное, что каждый раз, спустя неделя к неделе, мой вес все стопорился. Стопорился и стопорился. То есть, вроде бы, форма идет, вес на месте. Опять добиваем вес. Короче говоря, потихоньку, 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 настолько вес упал до 87,5 килограмм. То есть в итоге за 3 месяца я скинул порядка 32,5 кило. И вышло так, что я влез в классический бодибилдинг и начал там потихонечку выступать. Вышло так, что я выиграл чемпионат Санкт-Петербурга и поехал на чемпионат России, который я тоже выиграл. Вот такая история. Короче говоря, так я начал заниматься. Я в спорте 7 лет. Сколько углеводов было? Я снижался до нуля. 50, где-то грамм 0. Где-то так. У нас нет таких знаний, как у тебя, готовиться надо. Ну, конечно, да. Конкурс нужно поставить 500 лайков, сделать репост этой трансляции к себе друзьям. И чего еще нужно сделать? Досидеть до конца, да, и услышать вопрос. А, да, кто сделает это первым, тот получит эту баночку. Ну, и я уже выберу среди них. Это, да, классический бибилдинг был. Вот, потихоньку, потихоньку, потихоньку начал выступать. Первый сезон оказался достаточно простым. И по здоровью имеется в виду, и подготовки. Я даже не знал вообще, что такое усталость, что такое жалобы на какие-то там нюансы подготовки. Я фигачил и фигачил. Для меня самое главное было это сделать крутую форму. Сколько я занимался этим спортом? Я занимался 3,5 года до первого своего чемпионата по бодибилдингу Санкт-Петербурга. Вот. И первая подготовка была достаточно простой. Потом мне после чемпионата России, который мне дался очень так интересно, потому что я обошел двух действующих чемпионов мира. И мне, естественно, предложили ехать на чемпионат мира. Но ввиду того, что нужно было сделать быстро загранник, а мне он делался 3 месяца, я не успел его сделать и не поехал на чемпионат мира. В итоге два парня, которых я обошел так или иначе на чемпионате России, стали чемпионами мира. Это было очень обидно. Вот. И потом второй сезон дался уже мне намного сложнее. Первый чемпионат прошел вообще в легкую. И я шел на чемпионат Санкт-Петербурга, зная, что я победю, одержу победу. Классический бодибилдинг, что это такое? Это возвращение к 70-м годам, то есть тогда, когда ценилась узкая талия, широкие плечи, узкий таз, широкие бедра. Но при этом есть ограничения по весу. То есть там не гигантомания, там нет огромных объемов, но там все пропорционально. Короче говоря, такие качки, но небольшие. Не до качки. Привет, Чепецкая, Чепецкая, привет. Вот. И потом через полчаса после того, как повесили на меня медаль на чемпионате Питера, меня что-то разнесло на покушать. И я начал есть просто все подряд. Ну, короче, обжирал его. Обожрался так, что на следующий день была прибавка плюс 10 кило к соревновательному весу. И я через 5 дней, через 6 дней взвешивания. Первые соревнования были 7 затраты по деньгам. Нет, по-моему, $500 в месяц я тратил. Привет из Норильска, Норильску привет. Вот. И потихоньку, потихоньку, потихоньку. Так, а да, загадку. Загадку. Назовите. Да. Давайте, короче говоря, разыграем эту банку, а то народ сидит, некоторые просто слушают мои бредовые истории и ждут. Какой конкурс? Конкурс эту баночку. Нужно поставить 500 лайков и сделать репост этого видео.
своим друзьям. Ну и в принципе досидеть до конца, услышать какой конкурс. И я выберу среди там 5 самых активных счастливчиков, которым отправится эта баночка. Да, еще нужно загадку еще отгадать. Что-то мы много, короче говоря, напридумывали. Но. Итак, нужно назвать мой рост, мой вес. Вперед, погнали. Куда делся текст? О, текст пошел. Так. Рыболовкин правильно отгадал мой рост. А, да. Дороже. Ну, давайте точнее, сразу же вес и рост. Пока что точных нету. Вес и рост одним смс-кой одной. 130, 120. Погнали, погнали, погнали. О! Пишем, 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 пишем. Короче говоря, ребят, как только трансляция закончится, я посмотрю ваши ответы. И следующая трансляция начнется с того, кто победил и кому я отправлю эту штучку. Итак, мой чемпионат России, точнее Кубок России в Краснодаре, который дался мне достаточно так затратненько по здоровью. Да, как вы помните, я наел где-то 10 килограмм, наел. И думаю, блин, что делать? Ну, потихонечку банька, дюретки, все дела, потихонечку водичка съехала. И все стало вообще замечательно. Вес только в тютельку. 90,5 я завесился на весах, то есть идеально влез. Подзагрузился и выходил уже до 92. Но после того, как я начал грузиться, произошел небольшой конфуз. И начались очень сильные боли в животе. При том, что не где-то там в одном месте, вообще по всему животу. Я не знал, что делать. Потихонечку боль нарастала, нарастала, нарастала. Я подумал, что если сейчас я не выйду к месту проведения, то я потом могу вообще не дойти. Я потихонечку дошел до места проведения и уселся недалеко от врачей, на всякий случай. Тут мне стало плохеть. Я так не мог стоять, не мог ходить, естественно, я не мог даже сидеть. Я так улегся, так бочок, и лежал там, тихонечко так. Естественно, эту картину заметили врачи, подбежали такие, говорят, и что такое, что с тобой, я говорю, живот, все дела. Они такие, вот, такие, ножпу я выпил, ничего не помогает. Еще какую-то штуку, да, ничего не помогает. Говорит, надо тебе пить, я говорю, нет, пить нельзя, соревнования, мне через 3 часа выходить, через 4. Или покушать, я говорю, нет, ничего нельзя, в форме же все скажется, правильно? Я такой, да ну нафиг. Вот, в итоге я провалялся где-то 5 часов с этими болями, думаю, ё-моё, но вроде чуть-чуть стало легчать. Я такой думаю, надо использовать момент. Побежал до аптеки, накупил всякой фигни от боли в животе, наглотался, и на обратном пути иду мимо киоска, в котором продавались булки. Я взял одну большую плюшку, московскую, и пол-литра минералки газированной. И иду такой, иду, думаю, не, все, нафиг, плевать на все, настолько больно, думаю, сейчас я затащу. Присел на лавочку, затащил эту плюшку, затащил эту минералку, и сижу где-то. Через 15 минут стало вроде бы чуть легче, но все равно больно, но зато могу нормально ходить. Уже. Подхожу, смотрю, у меня уже моя категория уже готовится, гримируется. Я думаю, ё-моё, как выходить? А я нормально разогнуться опять не могу, короче говоря, стоит за кулисами, меня так. Ну и потом Миша Иванов, это фитнесист, меня покрыл кремом для этого, для выступления гримом. Я такой весь бронзовый слив, загнуться не могу, думаю, ё-моё, как выступать? И самое интересное, что к выходу на сцену, как только категория выстроилась, у нас объявили
На выходе у меня боли все прошли. И нет болей вообще никаких. Вот так вот. Не знаю, как это повлияло. Или же это адреналин, который перед сценой. Или же плюшка с минералом. Итак, ребят, такие вот истории. Сегодня у нас баночка. Сегодня кому-то улетит. Ну что, посмотрим, кто выполнил все условия конкурса. 500 лайков и репост. Естественно, кто отдал, сколько я ростом и сколько весом. Ребят, в следующей трансляции объявлю победителя. Как всегда, будьте добры, умнее, веселее и здоровее. Пока-пока-пока.